Re, viss ēters ir te! Завтра в Латвии облачно и дождливо. Ночью пасмурно, в основном без осадков. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 4 градуса. Утром Латвию пересечет широкая зона осадков. Ветер в основном умеренный, южного направления. Но к вечеру он сменит направление на юго-западное. На побережье порывами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 4, плюс 8 градусов. На востоке страны холоднее, плюс 2, плюс 4. В Риге ночью облачно с прояснениями. Температура 5 градусов тепла. Начиная с полудня кратковременные дожди. Умеренный южный ветер. Температура воздуха днем плюс 4, плюс 6 градусов. Медицинский тип погоды – второй благоприятный.